Тех, кто стал ярым фанатом рыбных деликатесов у торгового центра «Премьер», с каждым разом все больше. Это и неудивительно, знают, куда идти. Известие о прибытии в Рязань выставки продажи «Икра и рыба камчатская» горожане уже ждут с нетерпением. Да рыба вся полезная, и свежая, и соленая. Ну, кто любит копченую, тому копченую. Мы гости Рязани, мы приехали с Краснодарского края. Гости. А вообще, мы проехали бывший весь Советский Союз и служили на Дальнем Востоке. Рыбы ели очень много. Слабосоленая чавыча, я уже брала ее. Мне понравилось, поэтому я здесь всегда беру. Белорыбица, омуль, палтус, чавыча, нерка и многое другое. Настоящее раздолье для ценителей качества и вкуса, включая красную икру высшего сорта. Все богатство Камчатского края – экологически чистая продукция. Чавыча мне нравится, холодного, горячего копченника. В нашем возрасте икра очень полезная, потому что там очень много омега-кислот. Белорыжицу. Чавыча я всегда каждый раз беру. Нисколько они приезжают, я всегда постоянно беру. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна потому, что любую рыбу или икру можно попробовать, оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы, так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Выставка продажи икра и рыба камчатская расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 5 ноября включительно.